Итак, ребята, я наткнулся, вот я могу нормально говорить, на видео супертимы о вранье. Типа то, что Киев бомбит, Россия, Донецк, Луганск, Донбасс, типа бомбит Россия. Но так независимой республикой Путин подписал. Зачем ему бомбить? Типа это уже не Украина, это не ваше. Вот могу даже включить вам вот это вот видео. Просто вы посмотрите сейчас. Вот в бункере, да? В туалете сидят. Это бункер, да? Вот это бункер, да? Вы кого за дураков держите? Мы вас не бомбим. Почему Путин сумасшедший? Ну я не могу этого понять. Ну да, конфликт. Ну конфликт. Ну что вам? Что вам? Накрутить подписчиков хотите? Вот, смотрите. Они сидят в туалете? Что? Они полили свой туалет. Ну, короче, вот мое мнение. Ссылка будет в описании. Оцените, поставьте дизлайки и пожалуйтесь на них о фейковом, типа, конфликте. Ну, типа, о фейковой информации. Поэтому я ничего такого тут не вижу. Надо их заблокировать, их канал. Вот. Говорят, сирены. Если бы бункер был, бомбежка была бы слышна или сирена. Поэтому я считаю, что это все вранье. Как вы считаете? Напишите в комментариях. Ссылка на мой ТикТок, на мой канал. Все будет в описании. Всем пока и на это видео. Пока.